чего начнем? А начнем вот с этого. Сейчас я вам что-то покажу. Или вот с этого начнем. Это меня любимый Василек порадовал. Давайте же будем смотреть. Вы только посмотрите на это чудо. Девочки, я стою уже минут 15, любуюсь, не могу уйти. Вы только посмотрите, как получилось ярко, уютно и ароматно. Вот про эту я вам тыкву говорила, что вы еще увидите, что я вам еще о ней расскажу. И что же случилось? Совсем недавно мы с дочей сидели, смотрели видео какое-то, и я увидела в этом видео стеклянные тыквы. Мне они так понравились. И я дочь говорю: дочь, я хочу тоже тыковку украсить свой стол, сделать его осенним, но я хочу настоящую, чтобы она была маленькая и такая слегка приплюснутая. Наверное, говорю, они где-нибудь продаются. Буквально через час приходит Оля, моя сестра. Мы пьем чай, разговариваем, а потом она говорит: ой, я же забыла совсем, я тыкву принесла. Я подумала, что тыква какая-то, знаете, натертая уже, то есть мякоть тыквы, которую кладут в кашу. Оля обычно вот так делает. Она тоже делает заготовки, и я почему-то подумала, что она такую тыкву принесла. Она заходит на кухню с пакетом и достает вот эту тыкву. Представляете? А я час назад только проговорила дочери, что я хочу такую тыкву вот для осеннего антуража. Мы с дочерью так удивились. Вот вы представляете, как мечты сбываются, как они мгновенно сбываются. Час проходит, и вот, пожалуйста, тыква у меня. Посмотрите, вот эти листья я купила уже давным-давно, и я мечтала заказать скатерть, потому что скатерть с ромашками, которая у меня здесь лежала, она тоже из любимого Василька, но она очень хорошо подходила к ромашковому букету, который у меня был до сих пор. И теперь у меня, девочки, из любимого Василька вот такая красивенная скатерть осенняя. Это, кстати, вот, посмотрите, Love Весна, Home Текстиль. Это их фирменный значок. Девочки, какая прелесть! Ну, согласитесь, так стало тепло, уютно. Но у меня еще есть такие же три полотенца. Набор из трех полотенец. Сейчас я их постираю. И потом я их повешу на их место. И у меня будет вот такой вот кухонный комплект. Посмотрите, какой замечательный антураж. Девочки, так сразу тепло, уютно. Еще свечку решила зажечь. А представляете, как будет красиво вечером? Ну все, похвасталась. Идем, девчонки, разглядывать, что же еще мне пришло. Вот про этот набор я вам сказала. Это полотенце. Сейчас разверну, покажу вам, и они пойдут в стирку. Такие же листья, как в моей вазочке. Девчонки, я прямо такая довольная. Вот такой набор из трех полотенец. У полотенец есть петелька. Осталось только постирать и пользоваться. Представляете, как будет приятно заходить на мою кухню. Мне и до этого было приятно. Но сейчас она будет такая яркая с помощью скатерти и вот этих трех полотенец. Посмотрите, какие красивые, яркие. Все, они идут в стирку. А сейчас мы с вами откроем вот это. А это сумочка из гобелена. Просто такая сумочка-авоська. Вот у нас на подкладе, и тут есть карман.
Я взяла поменьше размером, там еще есть сумки больше. Точно такие же, но размером больше. Но я решила, что это будет достаточно. Не должна женщина таскать огромные сумки. А этой вот достаточно. Пришел в магазин, сложил продукты и пошел. Ручки удобные, мягкие. Не перерезают ладонь. Это не пакет. Ну и многоразового использования. В общем, девочки, вот такая вот сумка. Шопер. Еще вот такая скатерть мне пришла горчичного цвета. Она тоже подойдет на мой стол осенний. Но так как у нее по краю белое кружево, она больше такая нарядная. Так что если у меня будет праздник осенью, я буду застилать вот эту горчичного цвета. Ну а для повседневной жизни пусть у меня полежит та яркая, нарядная осенняя скатерть. Вот так она выглядит, живая скатерть. Ой, чудо мое. Так что, девочки, кружево аккуратненько все пришито. И вот вроде бы она горчичная, но такая спокойная, но за счет кружева она выглядит очень нарядно. Вот. Представьте, на ней тоже будет хорошо смотреться мой осенний букетик и тыква. А сейчас покажу два домашних мужских костюма. Разговорушка моя. Первый костюм пиксели. Вот так выглядит. Бежевая футболочка хлопковая и вот такие пиксельные шорты удлиненные. 50-й размер заказала. Это то, что нам нужно. Девочки, в квартирах жара, вот просто жарище. Батареи перекрыты, но очень жарко. Вот видите, у меня батареи перекрыты, у дочери тоже. Прям вот с квартирами нам повезло. Поэтому будем ходить вот в таких хлопковых костюмах. Но не мы, а те, для кого они предназначены. Сейчас второй костюмчик вам покажу. Тоненький, 100% хлопок. Для дома, для жаркой квартиры зимней, то, что нужно. И вот такой костюмчик второй. Клетчатые шорты, такие же удлиненные. И футболка серая, комбинированная с клетчатыми рукавами. И вот так горловина отделана тоже клетчатой тканью. Ну, девочки, замечательный для дома костюмчик. То, что нужно. То, что нам нужно. Окно открою, жарко. Жарище. Сегодня и на улице не холодно, ветра нет, спокойно. Ну что, девочки, я довольна, очень довольна. Скоро дочь придет, все это заберет. Это я для нее заказывала. Ну и носочки вам покажу тоже. В этот раз заказала только женские зимние носки, меланжевые, толстые вот такие, шерстяные. И вот такие однотонные. Тут 6 пар. Давайте откроем. Мне не терпится посмотреть. Вижу, что носочки тепленькие. Вот, смотрите, 6 пар. Но они очень теплые. Представляете, в мои осенние ботиночки вот такие носочки можно, наверное, и зимой ходить. Ну, если не сильно морозная зима будет. В начале зимы, пока она не сильно жесткая, не сильно морозная, это прям темно-темно-синие. Вот серенькие. Черных двое, это замечательно. Это очень хорошо, что черных, именно черных двое. Ну и розовые с бежевыми. Вот такие. Сейчас открою одни. Давайте откроем, наверное, розовые.
Потому что если я открою черные, буду показывать, то вам будет не видно. Или бежевые открою. Давайте бежевые. Вот такие приятные носочки. Девочки, цены говорить не буду. На каждую вещь оставлю ссылочку. И вы просто можете на нее кликнуть. Кликнуть — это нажать. Девочки, это вот есть вопросы, задают, кто не знает, как пройти по ссылке. Просто нажать на нее, но не пальцем. Ой, девчонки, аж самой смешно стало. В общем, пройти по ссылке и увидите, сколько стоит, какие размеры, какие расцветки, все увидите. Вот такие хорошенькие, приятные носочки. Резинка средней плотности, ну, думаю, что для меня подойдет. Я люблю, чтобы были потуже. Ну, так как это зима, еще, может быть, и на колготки придется надевать. Поэтому будет нормально. В общем, девочки, вот эти носочки хорошенькие. Прям чувствую, что они теплые-теплые для зимы. Сейчас те, кто в Сочи, в Краснодаре живут, скажут, ну, что это такое, носки такие теплые. Для них удивительно, наверное, что у нас тут 40-градусные морозы бывают. Ну, и вот такие носочки. Три пары синих. Темно-синих, что очень хорошо, можно с джинсами носить. Ну и в черную обувь, конечно, лучше темненькие. Одни вот такие бордовые, меланжевые. Голубые. Тоже, девчонки, такие теплые. Смотрите, как сделано. Вот эти сейчас распакую, посмотрю. И вот такие бежевые, пестренькие тоже. Ну, красота, девчонки, к зиме готова. Сейчас распакую вот эти прямо. Очень хочется посмотреть голубые. Вот, девочки, посмотрите, какой рисунок. Интересный. Сбоку вот такой вот зигзаг. А здесь такие полоски. Дорожки. Аккуратненькие носочки. Швы все ровненькие. Ну вот. Пяточка. Все как надо. Они прямо как ручной вязки, только тоненькая вязка. Вот такие носки. Обязательно закажу еще носки такие, обязательно, для моих родственников, потому что им, думаю, тоже понравится очень. Теплые зимние носочки, они и в обувь войдут, они не настолько толстые, чтобы в обувь не войти. И в то же время они очень теплые. И два топера, девочки. Вот этот 140 на 200, а этот 90 на 200. Оба топера в подарок. Я вот на таком сейчас сплю. Хлопковый он и сверху, и снизу. По-моему, обшивка вот это поплин. 100% хлопок. Ну что, откроем? Какой откроем? Давайте вот этот откроем, потому что такой я вам уже как-то показывала. Я сейчас на нем сплю, а вот этот вот не видела. Вот так выглядит, повторюсь, это 90 ширина и 200 длина. На узенькую кроватку то, что нужно. Он двухсторонний, с обеих сторон он хлопковый. Вот так вот все косой бейкой прострочено. Посмотрите, с этой стороны он бежевый. Такой бело-бежевый, а с этой стороны он бело-голубой. За углы матраса прихватили, и все, и лежит у вас такой тоненький матрасик хлопковый. Обычно на кроватях высокие вот эти матрасы, они из синтетического гобелена, и они такие вот скользкие. Даже если супер дорогой матрас, все равно у него будет покрытие синтетическое. Поэтому лучше застелить сверху топером, его стирать можно в машинке, и все. И пользуйтесь, спите на здоровье. Все, девочки, довольны. И вот эти топеры рекомендую. Вот у меня точно такой же. Сплю уже третий год. Ну, прям супер. Приятный, комфортный. Девочки, костюмов спортивных много не бывает. Этот я заказала прям вот, знаете, огромный. А, причем как спортивный костюм, кофта там отдельно продается, а штаны отдельно. То есть если у вас, например,
бедра больше, чем верх, да, можете выписать штаны побольше, а кофточку поменьше. Либо наоборот, у кого как. Есть, видите, женщины, у кого наоборот узкие бедра, поэтому... Ну вот так. И расцветки там все возможные, но мне вот почему-то захотелось вот такой вот светло-голубой костюм с начесом. Капюшон огромный, девочки, ну все, нас услышали. Капюшон большой. Вот, кофта 60-й, а штаны, девочки, заказала 64-й. Боюсь, что если они будут в размер, то я в них утону точно. Потому что сильно я за это время сбросила вес. Так как заказов у них очень много, и они отправляют не так быстро, как хотелось бы. Поэтому за время пути собачка могла подрасти, но в моем случае наоборот. Вот такой большой, девочки, просто огромный. Вот, я знаю, кто его будет носить. Вы не знаете, но я знаю, есть у меня такой человек, кому этот костюмчик подойдет. Так что, девочки, заказывайте своего размера. На мне вы его не увидите, потому что этот костюм не для меня. В этой посылочке что для меня? Только скатерть, которой я любуюсь. Но костюмчик хлопковый, приятный, с начесом. Так что, если кому-то понравился, можете заказывать тоже. Но меня будет радовать вот эта скатерть. Скатерть я заказала именно для себя. Девчонки, ну красиво. И пачкаться не будет, потому что у меня здесь гибкое стекло. Но моя скатерть всегда будет чистой. Все, девочки. Вот такая была распаковочка в этот раз. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока.